Улицу Астраханскую украсит туя, западная – брабант. Это вечно зеленые привлекательные деревья. Имеют симметричную пирамидальную форму, которая практически не требует искусственной подрезки. Туи высаживают в заранее подготовленные лунки и удобряют почву специальным составом. А также обильно поливают после посадки, чтобы дерево прижилось и быстрее пошло в рост. Всего специалисты предприятия «Ремстрой» здесь высадят 250 туй. В преддверии 9 мая проходят ремонтные работы у стелы «Город воинской славы» в сквере за Центром культуры «Родина». Рабочие «Ремстроя» заново прокладывают просевшую тротуарную плитку. Здесь они покрасят лавочки и урны, проведут обрезку деревьев и кустарников. Работы по озеленению и благоустройству планируют завершить к майским праздникам.